Вот так у нас тут замечательно птички поют. Каждое утро, особенно в общежитии, очень хорошо слышно. Поют они, дай господи. А тем временем у нас 4 утра. Ой, и я беру машинку, еду в аэропорт. Через 1,5 часа у меня рейс домой. Надеюсь, жена все-таки не догадывается, что я еду. Я очень на это надеюсь. Ой, так, осталось найти машинку где-то. Сейчас взял Toyota CHR. Хочу на ней поехать. Ой, как так волнительно, волнительно. Совершенно для меня необычно, что будет маленький отпуск за последние так 8 лет. Ну, мы стремимся жить лучше. Ой, так, где же? А, вот она. Сейчас покажу. Да, что-то. Раз, два, три. Что-то. Плохо работает камера. Вот. Значит, Toyota CHR. Идем, идем, идем. Приехали уже 4:30. Там за 25 минут доехал, в принципе. Так, сейчас быстренько все пройду. Пойду куплю себе водички. Да и буду ждать свой рейс. Такое только возможно в нашей стране. Спасибо. Прилетели. Пассажиры вышли из самолета. Пришли на паспортный контроль. А на паспортном контроле никого. Круто просто. Ну, я не удивляюсь, конечно. Хотя, ну, чуть-чуть удивился, но да ладно. В общем, я уже в Киеве. Сейчас хочу заехать в магазин. И потом домой. Удивлять жену. Ой, ребята, в общем, я уже приехал, вот добираюсь до общежития. Написал жене, типа, приедет какой-то курьер, чтобы она вышла, потому что мне без пропуска никак не войти. И купил нам нового жителя. Сейчас посмотрим на реакцию. Не успел приехать в Киев, как я уже начинаю заниматься делами. Нужно переделать свой диплом, занести. Ой, еще много-много-много всего. Нужно выселиться с общежития также, но чуть попозже. А сейчас иду в первый корпус и хочу вам его показать, ведь он очень красивый. Вот. Фух, ребята.
Только приехал, сразу завалил себя работой. Ну, правильно. Хочешь хорошо жить, умей крутиться. В общем, какие выводы сегодня сделаны? Я почувствовал, что я вернулся в Украину, причем сразу так, сразу пошел, мне нужно переделать диплом. Потому что, когда мне делали диплом, допустили ошибку. Причем допустили ошибку они. Что мне сказали? Зашел в одно место, потом в другое. Мне сказали, ну, это не наша проблема, мы вам будем делать дубликат. Хорошо, давайте дубликат тогда. Вам за него нужно заплатить. Хорошо, ладно, заплачу за свои деньги. Ну, там 1 евро стоимость, ладно. Не обсуждается абсолютно. Сроки. Говорят, ну, сентябрь месяц. Сентябрь месяц мы вам сделаем. Сегодня 20 июня, чтобы вы понимали. Они сказали, где-то в сентябре месяце мы вам сделаем. Вот так у нас работают люди. Я просто в шоке. То есть, если тебе нужно что-то быстро, не, никак, не рассчитывай, не. Короче, я не знаю. Ну, потом сидели еще с тетенькой этой разговаривали, она сказала, ну, если все получится, если все звезды сойдутся, то в июле, может, ты заберешь. Но это огромный вопрос. Ой. Зато сделал пропуск себе. Пропуск 15 минут. Все хорошо, быстро. За общежитие узнал. Комендант у нас такой интересный. Очень интересный комендант. Ну, все отлично, все хорошо. На следующий месяц оплата на 1,5 евро больше, чем в этом месяце. Так что, думаю, возможно, будем оставаться. Про общежитие, какое оно, сколько стоит, я расскажу отдельно. Ну, а сейчас пока все. Хочется кушать, отдохнуть, поспать. Потому что второй день подряд в 4 утра, в один день 4 утра, в 5 я только пошел спать. Сегодня я в 3:30 уже проснулся, чтобы ехать на самолет. Короче, уставший невероятно. Поэтому хочу отдохнуть. И если погода не ухудшится, потому что я смотрю, какие-то тучки есть. Если погода не ухудшится, пойду полетаю на квадрике. Поснимаю вам с высоты птичьего полета КПИ. Вот так вот. Ой, главное, хорошо, что все хорошо.